Ставропольском крае сегодня появился миллионный пользователь портала госуслуг. Счастливчиком стал житель Железноводска Дмитрий Гайворонский. Юбиляра поздравил министр энергетики, промышленности и связи края Виталий Хаценко. На торжественной церемонии он вручил миллионному электронному гражданину диплом, официально подтверждающий круглую цифру статистики. Еще одним приятным сюрпризом стал подарок главы Железноводска Евгения Моисеева. Сертификат на двухмесячное посещение МФЦ без очереди подарили мужчине и телевизионную приставку. Всего же более 40% населения региона зарегистрированы на портале госуслуг. Работая над популяризацией этого ресурса, тем самым преследует только одну цель, чтобы в жизни наших жителей, нас, чиновников, было меньше. Потому что чем меньше нас, тем проще жить жителям. Тем более, помимо мотивации, то, что это время экономит, сегодня это еще и деньги экономит. С 1 января 2017 года 30% государство, значит, дает скидку на пользователя, который получает государственные услуги в электронном виде.